Официально город был объявлен освобожденным 10 февраля. К сожалению, все мосты через Хуанг были разрушены. Войска приходилось переправлять на лодках из южной части города к крепости и даже к штабу 1-го дивизиона АРВ. Если бы мы подождали несколько дней, нас было бы намного больше, ведь подкрепление уже в пути. Мы не можем ждать, нам надо поскорее вышибить Чарли из крепости. Южная часть города защищена почти полностью, но в крепости их еще много. Отряды РВ справляются хорошо, но несут большие потери. Мы им поможем. Традиционные миссии в любом приличном шутере должны быть это покатушки на катере, на вертолете, на джипе, на чем угодно. С отстрелом всего, что движется. Откуда херачат? Когда же это кончится? У нас здоровье на нуле. Одно попадание и все. Где противник? Я не вижу. Безоткатные орудия ведут огонь по катеру! Давай к берегу! Нам нужно какое-то укрытие! Центр, я Аллигатор 2. По нам ведут огонь из безоткатки со стен крепости. Один катер потоплен. Мы укроемся у берега. Прием! Понял вас, Аллигатор 2. Похоже, что не уничтожим безоткатку, вы дальше не пройдете. Справляйтесь сами, мы помочь не можем. Пристреливаться сейчас нельзя. Прием! Понял вас, Центр! Конец связи! Вряд ли мы пройдем мимо пушки незамеченными. Так может взорвем мост, блокирующий проход в канал рядом с крепостью, и проплывем там? Да, давайте уничтожим мост и проплывем через другой канал. А у командования поинтересоваться не надо вообще? Нужно взрывать мост? Не нужно. Может, он стратегический, американцам нужен. Окей, план таков. Выдвигаемся к тому мосту, что слева, взрываем его и встречаемся у катера. Понял вас. Понял. Держаться вместе. А со мной что, сэр? Оставайся на катере и будь на связи. Мы скоро вернемся. Я, кстати... Враг!
Я дохлый, как собака. Так, медик, медик. Так, медик подлатал, отлично. Черт возьми. Я вообще сейчас постараюсь не высовываться. Надеюсь, что боты сейчас основную работу проделают. Блять! Один отбиваюсь. За мной. Вперед. Что, получил? Я здесь. Что у вас всех разорвало? Дальше поехали. Да еще вперед. Так, точно. Погнали, погнали, ребята. Вперед. Не боимся. Я за вами. Позицию занял. У меня же нет такой толстой шкуры, как у ботов. Браво, парень! Вперед! Вас понял! Получи! Лети, Боба! Кстати, вон в том окне может быть снайпер. Давайте посидим, покараулим. В прошлый раз он там был. Но враги респятся в разных местах, поэтому может и не быть сейчас. Сейчас, видимо, его нет там. Но я на всякий случай попробую гранату докинуть, хотя я сомневаюсь, что я туда попаду. Ух ты, кажется, попал. Нет, недолет. Недолет, повыше давайте. Ой, тут перелет. Вот сейчас попал, кажется. Четко в здание. Черт возьми. Это было крайне опасно. Я сейчас чудом выжил. Так, автомобилистов сняли. Медик, я ранен! Все в порядке. Давай сейчас, тогда я может тебя не убью. Вперед! Что, получил? Мост там! Пошли! Похоже, мост обороняет, что из сил. Тут прямо как на борг стоит в час пик. Они еще и гранаты швыряют, походу. Ну давай, высовывайся, сука. Что, получил? Вот, сука, где-то сзади там остался вьетконговец. За автомобилем. Или мне кажется. Вон он. Да. Надо его достать, чтобы выстрела в спину не было. По ногам, в принципе, можно пострелять.
Готов. Вот в этом здании могут быть враги. Более того, они там, скорее всего, есть. Вперед! Но мне кроме... Вот я слышу вопли. Нет, он, кстати, мертв. Может быть, гранатой? Да, тут две стены. Кстати, хороший вид открывается. Отсюда. Так, на первом этаже в этом здании должны быть гранаты к РПГ и, собственно, сама РПГшка. Вот она. Это с помощью этой РПГ мы сейчас будем уничтожать безоткатку. Так, РПГ у нас. Ложись! Так, там куча вьетконговцев. Сейчас наверх залезем, сверху поработаем. Вьетконговцев убрали, осталось, по-моему, только безоткатку. Вон она работает, видите, по нам. Вон она стоит. Яблочко! Отличный выстрел, капитан! Теперь беспокоиться не о чем. Давайте теперь взорвем мост. На той стороне несколько косоглазых гадов. На той стороне моста прячутся вьетконговцы. Медик, срочно! Иду! Так, я тоже от медика не медик, откажусь. Я ранен! Так, вот этот мост минируем. Заминировали, отходим. Все, миссия завершена. Видимо, да.